Приветствую вас, и как я понимаю, это на ваш вопрос я отвечал в соседнем топике, в соседней теме. Тоже спрашивали вы о том, вот стоит ли признаваться в любви девушки после полутора месяца общения с ней. Вот. Там я достаточно подробно вам ответил. Ну, я надеюсь на вопрос, надеюсь, что вы меня поняли, надеюсь, что вы меня услышали. Вот, здесь вы говорите, что у нее есть ко мне чувства. Я чувствую, что люблю человека, не влюбленность, а именно любовь, это хорошо. Вот, какие у нее к вам чувства, знать было бы неплохо. Вот, задаю вопрос, ибо бытует мнение, что признание до интима девочки расценивают как неискреннее и просто инструмент тащить ее в постель. Ну, во-первых, опять же, непонятно, здесь ни сколько лет вам, ни сколько лет девушке. Потому что от возраста зависит очень много. В частности, именно от возраста зависит вот это вот восприятие вот этой вот, ну, позиции, о которой вы говорите, именно от возраста. Потому что если девушке, как я уже сказал, больше 25 в своем другом ответе вам, то есть большая вероятность, достаточно большая вероятность, что она воспримет это нормально, совершенно. И никаких проблем не будет. Ну, у вас никаких проблем не будет. А если же девушке меньше лет, ну, то есть просто вот объективно ей не так много лет, то тогда, конечно, она может воспринять то, что вы признались ей до постели, ну, достаточно негативно. Другое дело, что, как вы, я надеюсь, понимаете, что она и после постели ваше признание в любви таким образом может воспринять исключительно только как желание и подготовка почвы для дальнейшего секса, например. То есть, понимаете, если девушка такая вот внушаемая, если девушка такая вот неуверенная в себе, что обращает внимание на мнение других людей по различным вопросам, в частности, вот по такому вопросу, то если это так, то девушка так или иначе найдет поводы для того, чтобы вам не верить. И здесь вы просто понапрасну теряете свои возможности, теряете свое время и энергию, потому что если человек не настроен вам верить, то верить вам он и не будет. И не нужно думать, что если вы совершите действия в определенной именно последовательности, то вам сразу поверят. Далее, если говорить о сути, то предложение в любви до секса является средством затащить девушку в постель. Если девушка действительно так считает, то у нее как минимум проблема с самооценкой и как минимум проблема с уверенностью в себе, потому что, во-первых, нет ничего плохого в том, чтобы переспать, например, с мужчиной,
который нравится, вообще с человеком, который нравится, нет ничего плохого в том, чтобы с ним перестать. И любой адекватный человек понимает, что даже если есть вот это вот самое признание в любви, как говорится, если есть признание в любви, и оно на руках, вот так вот, как вот, знаете, как, ну, как документ, да, как документ своего рода, если есть признание в любви, и оно на руках, то все еще вообще-то может измениться. И человек может понять, что у него не чувства, а что-то другое. И девочка может понять, что он ей не нравится, ну, мужчина, я имею в виду, и так далее. То есть это все нормально. Это все нормально, и в этом нет ничего неестественного. А то, что говорите вы, это какая-то, я бы даже сказал, вот нездоровая, может быть, потребность в том, чтобы отношения сделать обязательно гарантированными. А гарантированными отношения сделать нельзя, потому что никто не может гарантировать вам, никто не может гарантировать да кому угодно, что ситуация будет развиваться дальше именно так, как вот, ну, именно так, как хочется, например, вам, или хочется ей, и так далее. То есть, понимаете, наивно думать, просто наивно думать, что отношения можно как-то гарантировать. И если девушка, например, не верит вам, или не поверит ваше, скажем так, признание, если девочка не поверит ваше признание только потому, что она опасается, например, того, что вы можете ее обмануть, то она будет подозревать вас всегда. Понимаете, она будет подозревать вас всегда. И это будет означать, что у нее нездоровая такая вот тяга к тому, чтобы выстраивать отношения, ну, на стопроцентной уверенности. А, как правило, человек, который выстраивает свои отношения на стопроцентной уверенности, ну, или пытается это сделать, это либо очень искусный манипулятор, но для этого требуется иметь определенные навыки, либо этот человек жесткий тиран, то есть доминант, либо это жертва, то есть человек откровенно в себе не уверен. То есть вот такие качества могут обуславливать подобную позицию. И мнение, которое, ну вот, о котором вы говорите, является всего лишь стереотипом, предрассудком, я бы даже сказал, скорее предрассудком, и опять же, люди интеллектуальные, люди адекватные, уверенные в себе, никогда не будут обращать на это внимание, потому что понимают, что объективно все люди разные, да и по поведению можно сказать, насколько человек серьезный, насколько человек надежный и так далее. И я уверен, что если человек может признаться в любви только для того, чтобы затащить девушку в постель, то подобная его позиция, она проявляется и в другом поведении, не только в этом. И тут уже надо сказать, что либо девушка ненаблюдательная, либо она слишком доверчива. Но я полагаю, что вы-то надежный человек. И полтора месяца, это может быть срок и не такой большой, но и не такой маленький. И какое-то впечатление о вас девушка уже составила.
И вы не пробовали думать о том, кстати говоря, что признаться в любви, например, до секса, означает сделать секс более нежным, более чувственным, более тонким, более острым, более ярким по эмоциям. Я думаю, что так можно ответить вам на вопрос. Кроме того, вы можете сами сказать девушке, что вы любите ее, и что дело здесь совсем не в сексе, и что вы можете не вступать с ней в интимные отношения столько, сколько она посчитает нужным для того, чтобы вас проверить. Но при этом вы хотите быть с ней, и вам это очень важно. И вообще, мнение, которое вы говорите, оно отдает какой-то озабоченностью. То есть, ну, слишком высокой зацикленностью на секс, по моему мнению. И вообще, кто это такое мнение поддерживает? Кто его разделяет? Скорее всего, те, кто сами не удовлетворены в сексе и хотят его на стороне, но не могут, или не хватает ума, риска, смелости и так далее. И поэтому они пытаются разрушить отношения других. Я рекомендую вам ознакомиться с тем, что такое предрассудки и как они работают. Именно вот, так сказать, в психологическом аспекте. Потому что сейчас, мне кажется, говорить об этом будет долго. Вот. И вы можете это делать сами, но ознакомьтесь. И что такое стереотип? Ознакомьтесь. Если вопросы будут, я буду рад вам помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если также сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!